Здравствуйте, это HarzZ.info. И сегодня я вам покажу, как управлять паролями Google. Для начала заходим в приложение «Настройки». Листаем в самый низ. И тут есть у нас вкладка «Google». Заходим. После автозаполнения. Автозаполнение от Google. Дальше Google менеджер паролей. И все. Тут все ваши пароли. Можно посмотреть, настроить и поменять. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи!